13 миллиардов долларов – такова сумма двусторонних контрактов и соглашения о сотрудничестве, подписанных во время только первого дня визита Нурсултана Назарбаева в Соединенное Королевство. На встрече с представителями бизнес-элиты президент подчеркнул, что приехал в Лондон не за английскими деньгами, а за доверием. Страны также решили вместе находить и задерживать преступников, готовить госслужащих, строить дороги и развивать нефтегазовый сектор. Дмитрий Крюкович подробнее расскажет, как проходили переговоры в Лондоне. Это уже 9-й визит Нурсултана Назарбаева в Лондон за последние 20 лет, но именно эта поездка носит ярко выраженный экономический характер. По английским традициям первым гостя встречал премьер-министр Британии на знаменитой Даунинг-стрит 10, резиденции британских премьеров с 18 века. Поприветствовал президента даже знаменитый кот Ларри, который носит официальное звание королевского мышелова. Примета оказалась явно удачной для переговоров. Нурсултан Назарбаев и Дэвид Кэмерон обсудили не только политические вопросы, но и подписали документ о правовом сотрудничестве и решили, что странам пора обменяться опытом в реформах госслужбы. Британцы также подтвердили, что одними из первых установят свой павильон на Экспо-2017 в Астане. В конце встречи глава Казахстана подвел своеобразный итог и вручил орден Достык Дэвиду Кэмерону. Я хочу поздравить вас с победой на последних выборах и с новым правительством. Это уникальный случай в истории вашей страны и теми успехами, которые Великобритания достигает в это сложное время в экономическом развитии под вашим руководством. Встречать вас – большая честь. Два года назад я был с визитом в Казахстане. Нас восхищает, каких успехов достигла страна в развитии экономики и индустриализации. Реформы идут очень быстрыми шагами. Вы успешно реализуете программы. Межправительственная встреча проходила уже в здании МИДа. Послушать президента Казахстана пришли капитаны самого крупного британского бизнеса. Это банкиры, промышленники, владельцы транснациональных корпораций. Свои корабли в море финансовых неурядиц они проводят весьма успешно. Совокупный доход всех этих джентльменов превышает 500 миллиардов долларов. Свои деньги они могут вложить и в экономику других стран, но, как говорится, хочется гарантий. И вот теперь английский бизнес из первых уст узнал, что в Казахстане созданы уникальные условия для инвестиций. Это и освобождение от налогов, и льготный визовый режим, и даже 30% компенсация затрат. Уважаемые дамы и господа, я не буду долго говорить, хотя хочется сегодня поговорить. Я приглашаю вас работать в Казахстан. Мы говорили обо всем очень много. С премьер-министром мы давно знакомы, часто встречаемся на разных площадках. Мы у вас ничего не просим. Мы просим прийти и сделать бизнес и заработать ваши деньги вместе с нами. Britain is the leading trading partner in the European Union. Великобритания является одним из главных торговых партнеров Казахстана в Евросоюзе. За последние два года товарооборот составил 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Но мы не намерены останавливаться и должны увеличить торговое сотрудничество. Не случайно Дэвид Кэмерон специально назначил на должность посла по торговле в Казахстане лорда Джона Астера. Зарабатывать деньги в Казахстане британские бизнесмены намерены и дальше. Подписано 46 соглашений, общая сумма договоренностей около 13 миллиардов долларов. Такого в истории казахстанско-британских отношений еще не было. И, пожалуй, одно из самых на сегодня крупных соглашений. Британские партнеры профинансируют строительство 4 газотурбинных станций для магистрального газопровода, который обеспечит голубым топливом Астану и центральный регион Казахстана. Мы будем продолжать инвестировать в казахстанские нефтяные месторождения. В том числе будем рассматривать расширение месторождения Карачаганак. Есть планы и по Кашагану. Надеемся, что в 2016 году он заработает. Мы также будем участвовать в газификации Астаны. Больше часа беседовал Нурсултан Назарбаев с бароном Ротшильдом. Фамилия в рекомендациях не нуждается и уже давно стала синонимом успеха и богатства во всем мире. Банкиру за 80, но он по-прежнему прекрасно ориентируется в финансовом мире и готов поделиться секретами. Одну из важных встреч Нурсултан Назарбаев провел в резиденции Джейкоба Ротшильда. Сам дом больше напоминает музей, в нем собраны уникальные картины и скульптуры со всего мира. Несмотря на возраст, лорд Ротшильд по-прежнему активно занимается любимым банковским делом. Его детище, London City Group, считается наиболее крупным и успешным финансовым проектом в мировом масштабе.
Ротшильды – одни из самых крупных инвесторов, и то, что Нурсултан Назарбаев встретился с миллиардером, уже говорит о многом. Финансовый центр в Астане может многое взять из опыта Лондон-Сити. Президент сегодня опять много общался с деловыми кругами Великобритании. Никто из крупных промышленников не хотел упустить возможность поговорить с глазу на глаз с казахстанским лидером, а может быть и задать свой вопрос. Уже известно, что возьмутся британцы за реконструкцию автомобильных дорог, построят совместный завод по выпуску лекарств. Есть проекты в космосе, медицине, сельском хозяйстве. В общем, партнеры будут параллельно развивать и несырьевой сектор. Крупные соглашения затронут и высшее образование. Сегодня Академия госуправления при президенте подписала меморандум с агентством по управлению крупными проектами о сотрудничестве в сфере обучения государственных служащих проектному менеджменту в Казахстане. Достижение Казахстана вообще в этой сфере и Великобритании, особенно в сфере внедрения проектного менеджмента в систему госуправления, они известны. И агентство по управлению крупными проектами сейчас мониторит и контролирует практически все национальные проекты Великобритании. Дмитрий Крюкович, Айдос Меделбеков, Дулат Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента «Хабар, Лондон».